Активируем инструмент Element Move. Нажимаем левую клавишу мыши на поверхности геометрии и ведем курсор в сторону. Происходит смещение. Также смещение можно осуществлять при помощи передвижения стрелок. Смещение будет вдоль всей или вдоль плоскости, если двигать за кружки. Также можно вводить значение вручную или менять при помощи ползунка. В качестве элементов для смещения могут быть вертексы, эджи, центры эджи, полигоны или центры полигонов. Выберем полигон. То есть при наведении на геометрию эджи и вертексы не подсвечиваются, только полигоны. Центром смещения будет являться то место, куда мы нажимаем мышкой. Если выбрать полигон центр, то тогда в какое бы место ни нажали, центром смещения будет центр этого полигона. Параметр range определяет расстояние элемент фолофа, на котором будет производиться захват элементов для их смещения. Параметр можно вводить вручную, изменять при помощи ползунка или при помощи правой кнопки мыши. Нажимаем правую кнопку мыши и ведем курсор вправо для увеличения или влево для уменьшения. То есть при увеличении сдвигаться уже будет большее количество полигонов. Connected Elements. Этот параметр определяет, будет ли сдвигаться геометрия, которая не присоединена к выбираемой геометрии. То есть в этом меше у нас одна поверхность – это все тело, и еще есть поверхности для глаз. То есть при параметре Ignore, если мы будем делать смещение, выбирая полигон на одной поверхности, то смещаться будут также и полигоны другой поверхности. То есть эта зависимость, соединены поверхности или нет, будет игнорироваться. Если здесь выбрать Use Connectivity, то тогда смещаться будет только та геометрия, которая соединена с выбираемым элементом. Параметр Rigid Connections позволяет смещать геометрию без ее искажения. Параметр Edge Loop позволяет сдвигать весь луп, элемент которого выбирается. Далее Mix Mode. Mix Mode определяет, как будут смешиваться между собой фолофы. То есть у нас в элемент Move только один фолоф. Это элемент фолоф. Вот, в пайплайне можем его увидеть. Для того, чтобы увидеть действие Mix Mode, добавляем еще один фолоф, к примеру, линейный. Переходим опять к трансформу. Сделаем побольше range.
То есть без линейного фолофа изменения были бы более существенными, нежели с ним. Здесь они почти такие же, как и без фолофа, так как здесь фолоф имеет максимальное значение. Здесь они почти не будут осуществляться. Есть разные режимы смешивания фолофов. Ну, к примеру, субтракт, то есть инверсия смещения будет происходить без линейного фолофа. Сдвигаться будет вся геометрия, кроме выделенного элемента. Далее режим add. То есть действие одного фолофа добавляется к действию другому. Режим Max. Действие маленько другое, чем Add. То есть вот Add и Max. И действие Min.